оставить шайбу в зоне. Голубев, здесь момент, момент и гол! И забрасывает Коли Лони вторую шайбу. Это делает Джей Челиос. Давайте смотреть, как раскрывается эта атака. Талер Граулов сыграет через борт на Брэндона Ипа, затем на Челиоса. Челиос вовремя включился. Опять же, да, посмотрите, как здесь гармонично взаимодействуют хоккеисты Куни Луни. И как прочувствовал эпизод Джейк Челиос. Не получалось у нападающих переиграть один в один голкипера Адмирала. С этим справился защитник. Ну и здесь все, конечно, великолепно. И передача Крауваца через борт.